Собственно, достала свои бланки за прошедшие полгода, что я пробовала вести, что у меня не пошло и прочее, прочее. Поэтому хочу вам показать, поделиться, так как я их обычно не храню. Они мне уже не актуально не нужны, я их хочу выкинуть. Они мне мешают, лежат, занимают место. Это декабрь месяц у меня был. Вела я его, кажется, в черном матерм. Не помню точно. Скорее всего. Вот так вот он выглядел. Здесь не знаю, где продолжение недельки. Может быть, где-то встретятся. Также я вела в формате Personal вот такие вот ежедневные бланки. Как видите, недолго я их вела. Потом у меня были вот такие вот разворотики на месяц. Здесь я вела расходы, здесь какие-то трекеры. Более-менее мне это было удобно. Я, по крайней мере, знала, в какой день я какую сумму потратила и какой итог трат у меня за месяц. Но потом мне это надоело. И смысл от того, что знать, сколько я трачу, для меня это вообще... Я не провожу анализ, собственно, поэтому для меня нет смысла знать, сколько я потратила. Я и так прекрасно знаю, что я потратила все, что я заработала за месяц. И в основном потратила я это на себя, на какие-то свои нужды и хотелки. Мои деньги не идут в семейный бюджет. Мои деньги, как в анекдотах, это мои деньги. Деньги мужа — это семейный бюджет. Поэтому вот так все в итоге и закончилось с этими бланками. Я их не вела, не вела. Потом в июне я взяла, потому что я собиралась отслеживать уход косметический, но не задалось. Я их уже убрала опять оттуда, и я не думаю, что я к ним вернусь. Далее у меня были вот такие вот недельки. Они, получается, у меня выглядят вот так. Я бланк тестировала, поэтому смотрела, как мне удобно, неудобно с ними будет. Просто печатала один лист и разрезала. Это вот такая вот неделечка. И с обратной стороны вот такая вот неделечка. В принципе, бланк очень удобный. Возможно, я к нему рано или поздно вернусь. Например, когда у меня закончатся все готовые бланки, которые у меня есть в наличии. Также я параллельно неделькам использовала ежедневные на случай, когда много дел. Потом я решила вести день на странице. И это вот такие вот бланки от... Я не помню автора бланков. Продаются они на Etsy. И как-то вот я вела. Май месяц я прям вела их, потому что я ходила тогда с Софиана Compact Zip, и туда не вмещались все мои бланки, все мое наполнение текущее, как бы, поэтому я там вела ежедневные, а дома у меня были недельки, но это оказалось не моя система абсолютно, как показала практика, но... Все надо пробовать, все надо тестировать, смотреть и проверять. Здесь у меня вообще дел не было, я просто записала, как день прошел. И вот июнь я еще была в этих бланках, но недолго. Здесь, как видите, уже не отмечено о том, что оно выполнено, значит, это уже все. Июнь я... толком не вела, не украшала, соответственно, эти листочки. Также у меня распечатанный блок до конца года. Я теперь не знаю, что с ним делать. Наверное, выкину, так как я не собираюсь к нему возвращаться. Линеечка. Вот такие вот еще недельные бланки. Тоже пробовала вести, но почему-то я переключилась на родные бланки Filofax. Ну, здесь у меня такая информация, которую я переставляю просто из планера по степени ее неактуальности. Здесь кармашки у меня всякие стоят, карточки, которые я не использую.
И вот так вот все это дело выглядит. А все остальное планирование с апреля месяца, наверное, когда я перешла полностью на бланки файлов факс, оно у меня стоит в моем файлофакс оригинал. И я думаю, что в конце года я вам покажу там все сразу, потому что я не трогаю их. Они у меня стоят на месте. И также я параллельно сейчас начала вести pocket формат, который я ношу с собой. И смотрите, сколько места я просто освободила. Целый планер практически под всякие бланки, которые у меня лежат просто в ящике в шкафу, потому что вот это все занимало очень много места. Лучше я новые бланки вставлю, а не просто валяющиеся на полке, чем старые. Я такого мнения. И надеюсь, что вам было интересно полистать все это старье перед утилизацией. Если вам было интересно, то пишите комментарии. Я буду почаще снимать всякие такие вот свои эксперименты, пробы, тестирование каких-то форматов бланков, потому что я часто ищу удобные. Но, правда, сейчас я притормозила, так как файлофакс, они очень удобные, они мне нравятся, у них тонкая бумага, весь год можно носить с собой, и меня это очень подкупает, то, что и использованные можно носить, и новые тоже можно носить, как бы все вмещается на сравнительно небольшие кольца, это очень подкупает ситуация. Так что, пожалуй, на этом все в этом видео. Спасибо, что посмотрели. И всем пока. До скорых встреч в новом видео.